Всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем бугагашечки в ваши окна, Нептун здесь, и мы сегодня начинаем... Почему начинаем-то? Мы продолжаем проходить 6 ночей с Пинки. Да, это розовая поняшка, близняшка. И мы добрались сквозь силы, сквозь пот и кровь, но мы все же добрались до третьей ночи. Итак, давайте, навстречу приключениям. Но я, скажу честно, пока толком не понял геймплей. Как мне полить их... этих поняшек здесь? Hey, how's it going? I think we should cut right to the chase tonight. Да ничего. Он говорит, как дела? Так плохо, все плохо. Меня убивают. Многократно. Что это было? Тихо. Без паники, все круто. Ой, а это еще кто? Чё за зеленый хрен? Что это был за зеленый хрен? Вы меня, конечно, извините. Ну, точнее, я конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Какой-то зеленый хрен появился еще. Вдобавок, его раньше не было. Да что за мельтешение, не мельтесите пока. Рано еще. Так, ну тебя мы знаем, вас мы знаем, всех знаем. Так, ты, значит, подкрадываешься, да? Ёлы-палы. Та с розовыми волосами, которая вот здесь была, она исчезла. И вместо нее появилась желтая поняшка. Опа. Короче, я не знаю, они меняются местами почему-то. И у меня такое подозрение, что я сейчас сдохну. Ай. Я каждый шум камеры буду вот так делать. Когда-нибудь да поможет выжить. Ну, по крайней мере, на первый взгляд, пока в коридорах никого нет. Правильно? Ну, вроде бы вот никого... Нет, появилось. Ай! И там поняшка просыпается, боже. Чуть не пропустили. Ух ты. Так, с правой стороны около двери уже, а с левой стороны там на шаг примерно. Так, давайте зарядим. И будем вот так сидеть. А что еще поделать? Она там буквально за дверью. Да, конечно, она может уйти назад ненадолго. Нет, они обе здесь. Я успел? Я успел. Они обе там, две поняшки около двери были. Первая ушла. Сейчас бы еще вторую прогнать. Было бы вообще шикарно просто. Пятый часик ночи. Так, вторая все еще здесь. Та, которая с левой стороны. Желтенькая такая. Меня она, конечно... Мне. Меня она напрягает сильно очень. Уж лучше подыхать часиков. Да, все, она ушла. По идее. Нет. Теперь другая. Успел? Божечки. Это сговор был, вы понимаете, как они сговорились? Ёлки-палки, фух, вроде бы ничего такого, да, но я, ну, напряжен, страшно. Ух ты, много поняшек. 1, 2, 3, 4, 5, и вон в темноте еще 6-я поняшка. Окей, окей.
Так, мы добрались до четвертой ночи. С маленькими милыми пони. Давайте посмотрим. Четвертая ночь. Бугаге. Так, ну время улетит примерно так же, да? Я бы не сказал, что оно прям сильно быстро. Так, здесь все так же. Вон их целая орава здесь, видали? Их там полно, и половина убежала уже. Еще отсюда выглядывает одна гадина. Фак. Ну, первый часик, ладно. Первый часик ночи. Что? Кто там? Где? Вот знаете, когда вот они... Вот эта камера мельтешит, делает вот так вот, блин, у меня сердце прям в пятки уходит, потому что в этот момент обычно они передвигаются, и тогда я могу умереть. Чё это за смех? Это где смех был? Слышали, да, это дело? Там был смех какой-то. Это у него в трубке был смех или... Или у меня? Надеюсь, это у него. Так, ладно, одну... Поняшку мы типа прогнали. Да что ты делаешь? Так, здесь... Нормально, она убежала. По идее. Так, ладно. Пока в коридорах все довольно спокойно. Была одна там желтая, подкрадывалась, но она вроде она уж утопала обратно. Ах ты, твою мать! Я слышал топот. Копытцами, знаете, так кто-то топает. Копытцем там бьет. Ладно, давайте заново. Ох, тут я орнул. Да реально в коридорах никого не было. Походу, делай эту поняшку, ты не видишь в камерах. Ну, я не вижу в камерах. Такие вот гребаные правила у нее. Да. Нельзя ж так пугать меня. А с виду такие милые поняшки. Такой мультик забавный My Little Pony. Особенно та розовая Пинки. Они все такие миленькие, миленькие, миленькие. Но почему они такие зубастые и хотят меня убить, а? Вот чё ты проснулась? Давай дальше спать. Головку на пол положи и храпи. Желательно громче, чтобы ты перепугала всех своих подружек. Так, пока никого нет. Надо топот чекать. Топот... Он меня убивает. И при этом эту поняшку не видно на камерах. Так. Вот он уже поговорил, он уже ушел, но не было этого голосочка такого нежного. А значит, этот голосочек был у меня. Ух ты! Этого мне не нужно. Твою ж мать. Так, ладно, я пока она не уйдет, не успокоюсь. Буду одевать эту поняшку. Она ушла? Так, окей, она вроде бы ушла. Я маленькая поняшка. Я не Нептун. Ой, она здесь. Вот, а вот и смех. Ну, как будто в шахте. Она что, угорает? Это не смешно. Между прочим, мне нужно, чтобы эта желтая ушла. А, и смех этот жуткий, страшный тоже, напрягает.
Ну, как бы он не такой страшный, потому что это вроде бы миленький смех. Фух, твою ж мать. Вроде успел. Сейчас будет истерика. Да вы чего там, сговорили что ли все? Хотя, с другой стороны, это полезный опыт. Теперь я уверен, что это, ну, можно успеть сделать быстро. То есть, во время планшета начинают мигать. И даже если я не успеваю посмотреть их на камерах, я все равно могу успеть поднять поняшку. И как-то спасти себе жизнь. Так, в коридорах все, в общем-то, чисто. О, топот. Топот, топот, топот был. Слышите, да? Топот. Все. Я, по идее, должен был себя обезопасить. Во время топота нужно одевать поняшку на себя. Правда, я не знаю, куда я ее одеваю, на какое место своего тела. Потому что голова-то у меня повыше. Ау. Не хватало сейчас сдохнуть в финале. Фух. Боже мой, твари, твари нападают. Да. Затащили четвертую ночь. Не, ну серьезно, это было прям напряжно. Но при этом появилась какая-то надежда, друзья. Ой, они все ближе. Они меня уже буквально облепили. И самое главное, у них пинки вот уже прям ко мне вплотную. Фу. Но, знаете, реально есть надежда. Надежда, потому что есть возможность мне выжить. Я могу успеть услышать этот шум и успеть быстренько закрыть планшет и достать поняшку. То есть можно спастись. А вот от топота... Вот топот, он порой вообще очень быстро и очень неудобно звучит. Хрен его услышишь. Окей, друзья. Ну, в общем, я доволен. Главное, что мы еще две ночи затащили. Что будет дальше? Возможно, пятая ночь, а возможно, шестая, а возможно, менюшка экстра. Все это будет уже в третьей серии наших прохождений. Что? Надпись, типа, что я здесь делаю, да? Я играю, игру эту гребаную прохожу. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем, друзья, здоровья, позитива, всем пока-пока.